Давайте перекричать Иисуса, поднимемся на шлаг и помолимся. Боже, мы благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте. Мы воздаем Тебе всю славу, всю честь и хвалу. Дух Бога живого, мы просим, приди на это место и учи нас. Изменяй и преображай наши жизни, Боже. Мы не хотим уйти с этого места такими, как мы пришли, Боже. Мы открываем свои сердца для Твоего Слова. Мы открываем свои сердца для Твоей благодати, обличающей нас, наставляющей нас, вразумляющей нас, изменяющей наши жизни. Мы не хотим играть в религию. Мы не хотим лгать и лицемерить. Мы не хотим ходить в страх и лицемерить. Боже, прости нас, помилуй нас, омой нас драгоценной кровью Агнца, от темени головы до подошвы ног. Боже, удали все от нашей жизни, что мешает действовать Твоему Духу Святому в нас, что огорчает и оскорбляет Тебя, Боже. Прости нас, помилуй нас, покрой нас кровью Агнца. Во имя Иешуа мы молим Тебя, Боже. Я прошу Тебя за каждого человека в этом зале. Дух Бога живого, прикоснись к каждому из нас. Прикоснись, Боже. Разрушь все препятствия, все преграды. Разрушь все твердыни в сознании нашем, выступающие против познания истины. Плени наше мышление в послушание Духу Святому. Боже, мы просим Тебя, исполни нас духа премудрости и откровения к познанию Тебя. Просвети глаза сердца нашего, дабы мы познали, в чем состоит надежда призвания Твоего. И какое славное богатство наследие Твое для нас, верующих по действию державной силы Твоей. Боже, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы благодарим Тебя за ангелов Твоих. Мы благодарим Тебя за дух молитвы на этом месте. Дух поклонения. О, мы благодарим Тебя за дух словословия и хвалы. Боже, мы благодарим Тебя за Твое присутствие, за Царствие Твое, Твой мир, Твою праведность, Твою радость и свободу. Мы благодарим Тебя!
Годни быть для твоих... Твоих жизней. Годни быть для чего? Только слово. Только дух. Только слово. Только дух. Только слово. Дело пытается атаковать молодежь, чтобы они выглядели. Ой, какая у меня прическа. Какой у меня нос. Какие у меня джинсы. Какие у меня ботинки. Прекрати! Он не боится тебя. Он не боится твоей прически, не боится твоих ботинок. Он боится, когда ты ходишь в духе. Когда ты ходишь в слове. Когда ты ходишь в духе. Когда ты ходишь в слове. Когда ты ходишь в духе. Когда ты ходишь в слове. Вот какую армию поднимает Бог. Армию молодежи. Армию парней и девушек. Девушек, которые будут сильны. Юноши. Девушки, вы сильны. Потому что Слово Божье пребывает в вас. И вы победили дьявола. Вы победили дьявола. Вы победили дьявола. Вы победили одноклассников. Вы победили своих друзей. Вы победили грех, искушение, блуд и чистоту. Вы победили. Вы победили курение. Вы победили искушение. Любое в вашей жизни. Потому что Слово Божье. Потому что Слово Божье пребывает в вас. И Дух Бога почиет на тебе. Слово Божье внутри тебя. И Дух Бога живого на тебе. Подними руки, просто поблагодари Бога вместе. Боже, спасибо тебе. Спасибо тебе, чтобы ты был носителем моей славы, ты был носителем моей силы, моей благодати, моей любви. О Боже, я благодарю тебя. Запечатай этот Дух Святый в каждом сердце во имя Иисуса. О Боже, пусть это слово откровение станет основанием нашей жизни, основанием нашего служения. Твоя любовь, да, твое прощение, твое благоволение, твоя милость нам. Спасибо тебе, Боже. Отец, Сын и Святой Дух. Я хочу, чтобы вы сейчас присели помазать и присутствие Божье, чтобы никто не разговаривал и никто не двигался. Потому что через несколько минут мы продолжим молиться. Но я хочу поделиться просто несколькими вещами о молитве и Слово Божье из того, что Господь дал мне. Просто оставайтесь в присутствии Божьем. Никто не разговаривает, никто не ходит. Пожалуйста, и уважайте присутствие и помазание Духа Божьего и Его работу. Мы пришли здесь, чтобы позволить Ему совершить все то, что Он хочет совершить в нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе за Твое присутствие. Спасибо Тебе, что Ты продолжаешь свою работу в каждом из нас на этом месте. Спасибо Тебе за Твой божественный страх, который приходит в нашу жизнь. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе за Твою мудрость, за помазание Духа Святого, помазание молитвы, ходатайство и служение. Боже, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Отец, Сын и Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух. И весь народ сказал: аминь. Аминь.